Тюменское положение о наказах избирателей доработают. Прежний документ действовал 11 лет и юридически устарел. На это депутатам в городской думе в марте указала прокуратура. Приводить документ в порядок будет рабочая группа. Ее председателем избран Дмитрий Осипов. Есть противоречие с бюджетным кодексом Российской Федерации. Есть противоречие со 131-м федеральным законом о местном самоуправлении. С памятник должен стоять. Еще одна задача рабочей группы – найти компромиссы, а именно помочь депутатам исполнить те наказы избирателей, которые не входят в муниципальные программы, а значит остаются без финансирования. Нюансы тоже пропишут в положении о наказах. Будем смотреть или вместе с органом государственной власти, с губернатором, с мэром смотреть, где брать на это средства. Будем обсуждать варианты некого резервного фонда. Сегодня, значит, 745 наказов, 200 из них находятся в работе. И также мы остальные наказы рассматриваем. Каждый депутат этими вопросами занимается. Все вопросы связаны, в первую очередь, это с благоустройством и дворовой территории, с капитальным ремонтом дворов, вопросы связаны также с ЖКХ. Новое положение о наказах избирателей рабочая группа представит на ближайшем заседании Тюменской городской думы.